представителей общественности в работе бюджетного комитета, это не вопрос. Надо посмотреть, может быть, руководители общественной палаты, может быть, еще какие-то. У нас сейчас до 28-го идет сбор предложений ко второму чтению. Вот, и все пожелания направляются. 7 декабря будет рассмотрение бюджета во втором чтении. До этого будет комитет, соответственно, и в рамках этого комитета можно, мы четкий график пришлем, даже его сегодня пришлем, можно просто-напросто взять тех людей, которые поработают там, в плане посмотрят, как принимается бюджет, какие есть напряжения, в том числе и с Министерством финансов. Мы подготовили ряд поправок, фракции подготовили ряд поправок, которые сейчас обсуждают по всей территории нашей страны. Вы знаете, это поддержка культуры муниципальных, и я думаю, что мы в этой программе будем участвовать. Это поддержка творческих коллективов муниципальных театров. К сожалению, в Смоленской области у нас таковых нет муниципальных театров. В силу того, что необходимо было поддержать, мы их забрали на областную уровень в свое время, это будет поддержка муниципальных. Это поддержка муниципальных парков отдыха, зон отдыха. Мы в этом направлении посмотрим, какой у нас есть реестр, где мы сможем поучаствовать. Ну и, конечно, сохранение поддержки – это ремонт спортивных залов сельских школ. Мы тоже в этой программе будем участвовать. И здесь, я думаю, что мы направление это отработаем. Второе, это очень важно для Смоленской области. Это в два раза мы будем увеличивать, и практически добились, это поддержку регионов. В части кредитных заимствований, это объем будет меньше, чем в 2016 году, но тем не менее, то, что предлагал Минфин, предлагал вообще сократить до 100 миллиардов, увеличим до 200 миллиардов. Это выводим на 2016 год уровень поддержки агропромышленного комплекса, и здесь тоже для нас очень важно, потому что мы встречались вот с представителями аграрных хозяйств, и те вопросы, которые звучат, в первую очередь будет звучать вопрос буквально на начале посевного, это кредитование короткими кредитами наших селян, то в этом вопросе будем тоже работать. Сергей Иванович, простите, что я вас перебиваю. Значит, вот ваши помощники с моими подчиненными очень оперативно отработали по результатам вашей встречи со смоленскими аграриями. Значит, мы подготовили три проекта письма за вашей подписью на имя Дмитрия Анатольевича и Александра Николаевича Ткачева. Да. Я вам их передаю вместе с информацией по тем деньгам, которые мы ждем от Министерства сельского хозяйства. Да, в работе с, соответственно, с аграриями приняли участие представители администрации Смоленской области, и мы просили проработать. Спасибо, что уже все эти письма сделаны, соответственно, мы по ним дополнительно отработаем. Что касается непосредственно по тем объектам или тем проблемам, которые обозначены в Смоленской области.